А теперь мы перейдем к практическому кейсу предприятия «Беловежские сыры», «Берок» совместно с IBB Dortmund. При участии экспертов «Берок» и Центра ресурсоэффективности более чистого производства поехали в Брест, да, на предприятие «Беловежские сыры». И целью данного исследования было проведение анализа применения видов упаковочных материалов, оптимизация, эффективность, посмотреть, что можно сделать, какие рекомендации были разработаны нашими экспертами. Уже мы неоднократно делали презентацию для собственников и менеджеров беловежских сыров. Я также знаю, что сегодня собственница Светлана Сушко также присоединится к нам на вебинар. Пожалуйста, добрый день, Сергей Владимирович Дорожко, Ирина Пекур, пожалуйста, даю вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, я начну эту презентацию, Ирина продолжит. Действительно, нам хотелось бы дать какой-то шанс, что ли, или возможность предприятиям, которые действуют сейчас, ответить на их запрос. То есть здесь и сейчас, что может сделать предприятие? Если мы говорим о переходе к экономике замкнутого цикла, я такое выражение лучше предпочитаю, чем циркулярная экономика. И, разумеется, мы всегда будем оглядываться на бизнес-модели, на институциональную поддержку, но сегодня предприятие действует, и ему ставят определенные условия, либо экологические, либо экономические, что оно может сделать. Давайте вначале мы посмотрим на концепцию экономики замкнутого цикла, как ее рассматривает Европейский Союз и многие другие организации. И мы сразу же заметим, что это не только те вопросы, которые связаны с отходами, и не только те вопросы, связанные с тем, что давайте профинансируем, давайте найдем деньги. Вы посмотрите, мы начинаем цикл рассмотрения вот этого замкнутого цикла с сырьевых материалов, с тех материалов, которые доставляются издалека или являются опасными, рассматриваются ли они на этапе проектирования производственных процессов и производственных площадок. Разумеется, вопрос проектирования самой продукции очень важен. И, разумеется, здесь же параллельно проектирование упаковки этой продукции. Вот этот второй этап мы попытались понять, что сегодня происходит на реально действующем предприятии. Ну, в данном случае нам действительно очень открыто и здорово помогало предприятие «Беловежские сыры», потому что других примеров пока мы по Беларуси привести не можем. Хотя упаковкой, как вы знаете, занимаются очень многие. Ну и далее идет и производственный процесс, как он организован, потому что производственный процесс не только твердые отходы, но это отходы жидкие, то есть отходы сточных вод, отходы тепла и многие другие материалы, которые, к сожалению, прошли производственный цикл, начиная от их добычи, доставки и переработки, затрачено громадное количество энергии и денег, и в итоге они выходят в отход, которым надо заниматься. Вот вчера мы на Могилевском примере, на примере завода газетной бумаги нашли такой случай, когда надо было бы бизнес, чтобы был организован вокруг этих отходов. Итак, мы говорим о проектировании, мы говорим об упаковке, и хотелось бы, чтобы этот вопрос все больше и больше получил развитие в Республике Беларусь. Разумеется, это вопрос производства самого. На производстве не так много специалистов, которые занимаются этим вопросом или подготовлены в достаточной степени. Ну и со стороны, наверное, органов государственного управления, прежде всего госстандарта, я имею в виду, нет таких жестких требований, которые бы рассматривали переработку или сокращение количества отходов, которые образуются при утилизации упаковки. Вот это то, что отражено здесь на этом слайде и описано параллельно. Ну, а конкретный случай, давайте мы послушаем Ирину Пекур, она сейчас подробнее расскажет, как это в реальности все выглядело. Спасибо.
Да, добрый день, все участники семинара. Рада приветствовать вас. Мы расскажем в данной презентации пример, который был исследован на предприятии, как уже было сказано, в Брестской области, практически на границе с Польшей находится предприятие. Беловежские сыры. Они производят широкую линейку сыров. Несмотря на то, что 90% их продукции уходят на российский рынок, 10% все-таки остаются в Беларуси, поэтому я думаю, что многие из вас видели в торговых сетях их продукцию. Значит, наша цель была изучить потоки упаковочных материалов, которые используются как для упаковки собственной продукции предприятия, так и та упаковка, которая поступает на предприятие вследствие закупки материалов, необходимых для организации рабочего процесса. Вот эти, на этом слайде представлен поток, чисто визуализация того, как вот от упаковки, маленькой упаковки, которая контактирует непосредственно с самим продуктом, до транспортной упаковки, насколько много различных по количеству и по типу материала вовлечено упаковочных материалов. Значит, этот анализ мы основывали на данных, полученных за первое полугодие 2020 года, то есть это достаточно свежие данные, актуальные. Значит, мы установили количественным путем под подсчетом, что основную долю расхода упаковочных материалов для упаковки готовой продукции на предприятии используется поливинилиденхлорид в английской версии PVDC и полипропилен. На эту долю этих материалов приходится на упаковку мягких сыров фета или брынза, мы ее видим в таких пластиковых стаканчиках, и пленка, в которую упаковываются сыры 250 грамм, вот как вы видите внизу картинки. Внизу представлены картинки, можно увидеть. Значит, основными производителями упаковочных материалов является Российская Федерация. Оттуда предприятия закупают основную долю своих упаковочных материалов, и только 30% приходится на закупку белорусских. Значит, анализ потока упаковочных материалов, которые поступают на предприятие пищевое, соответственно, после смены продукта, смены цикла производственного обязательно идет мойка всех трубопроводов, по которым происходит поставка сырья. И используется большое количество моющих материалов. Все эти моющие материалы, реагенты, дезинфекторы, они поступают на предприятие в упаковке из полиэтилентерифталата. Класс опасности в республике этому материалу присвоен третий. И накапливается на предприятии большое количество этих упаковочных материалов. На данном слайде в таблице, опять же, данные за полгода, мы видим, что объем тары различен. Левый столбец нам показывает, что от однолитровой какой-то бутылки PET до 200-литровой бочки. И второй столбец показывает количество этой тары, образованное за полгода. И вот тут мы обращаем внимание на то, что только 200-литровые бочки, которых было накоплено в размере 815 штук, имеют возможность, работают как возвратная тара и возвращаются назад и имеют цикл повтора. Вся остальная доля упаковки, и около 5000 единиц, она передается организации на использование. Еще один кейс, который мы хотели бы продемонстрировать. Во время упаковки сыров вот в такой форме, это называется евроблок, используется упаковочная машина термоусадочная, которая, то есть брусок сыра помещается в пакет, оператор помещает эти пакеты в машину вакуум-упаковочную, и опуская край этой машины происходит запаивание и термоусадка пакета. Вот мы для примера во время аудита взяли пакет неиспользованный, целый, наблюдали, как оператор
выполняет свою работу, натягивая край, происходит, натягивается край, запаивается, опускается край машины упаковочной, и, грубо говоря, в этот же момент кусок нового пакета становится, часть этого пакета становится отходом. Вот взяв несколько, значит, кусочков этого пакета, который отрезается, и целый пакет, взвесив их на аналитических весах, было установлено, что около 28%, мы можем говорить, упаковочного материала не используется по назначению. То есть отрезание края пакета, понятно, что является неотъемлемой частью процесса вакуумирования, и полностью избежать образования данного вида не получается. Однако, если уменьшить длину пакета, то мы придем к уменьшению образования данного вида отхода. Надо сказать, что в Беларуси, уже упоминалось сегодня, процесс запущен и утверждено постановление в январе 2020 года о разработке плана мероприятий для поэтапного снижения использования полимерной упаковки. Поэтому этот вопрос уже поставлен перед бизнесом, и не только перед бизнесом, который использует упаковку, но и перед бизнесом, который будет производить упаковку. Основные тезисы этого плана, которые касаются бизнеса, можно выделить. Это использование, стимулирование снижения использования полимерной упаковки и увеличение использования экологически безопасной. В период вот на ближайшие 5 лет будут инициированы создание технологий по производству биоразлагаемой упаковки из растительного сырья, для производства самого сырья для выпуска биоразлагаемой упаковки, ну и производство по выпуску экологически безопасной упаковки. Значит, что же мы сегодня можем предложить такому предприятию, как Беловежские сыры? Мы говорим о том, что надо задуматься о дизайне продукта и упаковке для эффективного использования ресурсов. Эти подходы, они уже давно изложены в европейских документах и вполне могут быть применимы на конкретном примере бизнеса. Вот на этой картинке представлены 3 продукта беловежских сыров. Они все имеют разный объем, разную форму, но они все упаковывают сыр. И мы говорим о том, что сегодня за стол должны сесть совместно технолог предприятия, маркетолог предприятия, эколог предприятия, для того, чтобы совместно обсудить, а какое же количество материалов упаковочных затрачивается на разные виды форм, какие из данных видов продуктов готов потребитель, сможем мы продать, как мы можем уменьшить. Второй блок тематический, который мы говорим о циркулярности, дизайн для устойчивой закупки упаковочных материалов. Значит, если вернуться в начало процесса и подумать, какую упаковку мы будем использовать для своего конечного продукта, то мы должны подумать о составе этого материала. Он может быть биоразлагаемый. Пока, конечно, это вопрос завтрашнего дня для нашего бизнеса. Дизайн для вторичной переработки. То есть на сегодняшний день вот этот кусочек сыра, эта пленка, она не перерабатывается. И если такие технологии возникнут, то мы можем заменить на материалы, которые вторично перерабатываются. Если касаться мероприятий, которые позволят внедрить принципы циркулярности для упаковочных материалов, которые используются предприятием при поставке, при закупке материалов, то вот конкретно на примере беловежских сыров мы можем говорить, используется огромное количество картонных коробок, как транспортная упаковка. И все эти коробки, они произведены из 100% целлюлозного сырья. Можно рассмотреть использование макулатурного картона, переработанного уже картона. Он имеет немножко сниженные качества по техническим характеристикам, но при
решении, при указании этих необходимых технических характеристиков поставщику, он конкурирует вполне с картоном, который произведен из 100% целлюлозного сырья. Как я уже говорила, многоразовое оборотное использование упаковочных материалов. То есть увеличивать эту долю, находить поставщиков, которые работают, их уже достаточно на белорусском рынке, как пример с питьевой водой, которая сейчас в каждом офисе стоит, и мы используем эти бутли как оборотную тару. Уже сегодня можно говорить о том, что даже при использовании тех доступных материалов, которые сегодня предприятие использует в качестве упаковочных, можно говорить над уменьшением образования отходов. Это тот пример, который я рассказывала на вакуум-упаковочной машине. Это пример, когда мы имеем плохо налаженное оборудование, либо постоянные сбои, перебои с образованием, либо неправильные условия хранения упаковочных материалов, они приводят к образованию отходов этих упаковочных материалов. То есть здесь такие надлежащие меры хорошего хозяйствования на предприятии позволят избежать дополнительного объема образования этих видов отходов. Так как мы сегодня размышляем над стратегиями и говорим о том, что бизнес должен подключаться, и все эти вопросы, тем не менее, коснутся, и наступит день, когда бизнесу нужно будет ответить, какой объем упаковочных материалов расходуется, как он соотносится, какое решение будет наиболее выгодным. Предприятию необходимо уже сегодня собирать данные, и для того, чтобы иметь у себя набор относительных либо удельных индикаторов. И как предложение для беловежских сыров мы предлагаем внедрить индикаторы потребления упаковочных материалов, где будут соотноситься объем используемой упаковки к объему переработанного молока, как основного сырья, из которого производится вся продукция. Индикатор потребления видов упаковочных материалов по видам к объему произведенной продукции. Индикатор оборотной тары, когда мы соотносим объем всей нашей тары используемой к объему возвратной тары. Либо индикатор потерь упаковочных материалов. Это про меры, которые позволяют избежать дополнительного образования отходов упаковки. Вкратце это все. Предприятие от нас получило отчет, который содержит описание этих мероприятий. Ну вот сегодня мы ограничены по времени, поэтому продемонстрировали работу такую, как можно провести оценку и как можно подумать уже сегодня о реализации принципов циркулярной экономики.